Ульяновское отделение ОНФ дало старт новой акции «Тележка добра» под эгидой национального благотворительного проекта «Мы вместе». Участниками акции станут покупатели. Организатор акции – Общероссийский народный фронт. Теперь каждый покупатель сможет купить продукты для малоимущих, пожилых и многодетных и оставить это в магазинной тележке. По мере наполнения волонтеры-медики будут забирать продукты и формировать из них продуктовые наборы. Затем добровольцы доставят их нуждающимся. Есть утвержденный перечень одного продовольственного набора, куда входят определенные товары первой необходимости. И исходя из того, что мы имеем, мы собираем продовольственные наборы. То есть в одном магазине может быть несколько там пачек макарон, в другом консерва. Одним образом, в одном месте мы их аккумулируем и собираем там 2, 3, 7, 10 продовольственных наборов. Особого внимания заслуживает то, что в тележке можно положить только продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке. Например, крупы, печенье, макароны, сахар, чай, консервы, муку, масло растительное. Ни в коем случае нельзя фрукты, овощи, молочку, свежую рыбу и мясо и алкоголь. Тележка добра – это возможность для каждого жителя нашего города и области стать благотворителем. Не нужно много усилий каких-то прилагать, чтобы принести помощь, посильную помощь. Неважно, что это будет, пачка макарон, пачка гречки, консерва. То есть что-то берете себе и что-то можно приобрести для людей, которым необходима продуктовая помощь. Нуждающиеся уже могут оставлять обращение на горячей линии акции «Мы вместе» или в системе ОНФ «Помощь». Кроме того, подобную заявку можно оставить по телефону 112 или на федеральной горячей линии Общероссийского народного фронта 8 800 200 34 11. Тележки добра можно отличить по соответствующим листовкам и спискам продуктов, которые в них можно положить. Магазины с такими тележками уже есть во всех районах города. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.